Друзья, всем привет! Смотрите, короче, парусники. Парусники у нас на водохранилище. Вот. Смотрите, какие красивые парусники. Много-много парусов. Сегодня, кстати, ветер такой сильный. Я, короче, гуляю. Погодка сегодня хорошая, жарко прям вообще. Ну, немножко ветер такой сильный, но ветер такой теплый. Вот, смотрите, там один парус переворачивается прям. Смотрите, как будто сейчас упадет. Смотрите. Прям сильно так наклонился, такое ощущение, как будто упадет сейчас. Сейчас, думаю, может, пивка себе возьму, немножко расслаблюсь. Вот. Может, стрим сейчас запущу, друзья, с пивом. С батей сегодня разговаривал, короче, ему будут делать операцию на сердце, ну, шунтирование. Потому что вот он делал УЗИ сердца, и у него, короче, там давление, это было под 200. Ну и на УЗИ сердца ему сказали, что у него гипертрофия левого желудочка и утолщенные стенки именно в сердце. И, короче, ему сказали, что вот месяц попить таблетки, а потом, что, скорее всего, надо будет ложиться на операцию. Ну, даже они не то, что сказали, скорее всего, а сказали, что операция ему необходима. Потому что я с ним разговаривал, он мне говорил, он у врачей спросил, типа, а можно ли вылечить это таблетками. Вот. И ему сказали нет. Типа, все равно, в любом случае, надо делать операцию. Так что, вот такие вот дела, друзья. Бате через месяц будут делать операцию. Конечно, переживаю за него. И она, скорее всего, платная. Вот. Вот. Ну, я ему помогу, там, одолжу денег. Сколько там нужно будет. Так что вот такие вот дела, друзья. А погодка классная. Красиво все. Ну ладно, друзья, это такое небольшое, коротенькое видео. Так просто гуляю и решил с вами немножко пообщаться.
поделиться с мыслями. Вот. Спасибо вам за просмотр. Счастья вам, здоровья, удачи и всего-всего самого наилучшего.